Хей, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Да, это у нас странная ебучая DLC, которую я не понимаю, как можно пройти. Например, настоящая смерть. Что мы делаем с вами? Во-первых, вы видите. Сами враги, они довольно жесткие. И они очень живучие. Все, копье. И плюс еще вампир этот. Ой, короче, иди в сраку, все. Вот это начинается херней страдательней. И пипец. И пипец. Человек зашквар. Ну посмотрите, ну где урон? Где урон? Шлем херячишь, нет урона. Я не понимаю. Пипец. Нахера так делать? Сделали бы DLC нормально так для начала. Ну вот, допустим, куда? Вот куда мне идти? Вот, все, это мы прошли, да, с вами? То есть где-то здесь должен быть проход. Ни машины у меня нет, у меня забрали ее. Там есть у кого-то там мини-проходик и все куда-то. В иную локацию. Давайте тогда в иную локацию сходим. Если впустят. Так, давайте. Мусорку выкину какую-то. Ну вот, самая дешевая. Так. Роща. Да, мне сюда нужно. Ну, давайте тогда сюда и пойдем сразу же в новую эту локацию. А смысл мне просто здесь находиться? Я сейчас туда пойду, как раз там может будет магазин сразу. Я попродаю мусор. Который у меня, как вы видите, что? Правильно, не работает. Это что? Супер дерьмо? Да, это супер дерьмо. Зашкварных я тоже не вижу. Ну, скорее всего, и в других локациях тоже будут. Хотя, яйца сказаны только в этой локации. Но если они куда-то... Ой. А засовывали, то я уже хер найду, что. Ладно, поехали. Роща Сциллы. Какие-то горы. Какой-то туман. Опа. Урон, шанс, задержка подзарядки. Апнуться, походу, мы не скоро апнемся. Так, ну опять же, локация у нас большая. Сгонять куда? А, так мы еще... Вы пойми, где? А, это классно. Солнечные болота. Солнце вижу. Сразу видно солнце. Тебе деньги карман не оттянет. Теперь твои странствия станут безопаснее. Ты миллионный покупатель. Только нос не задирай. Так, продать. Ну, поехали. Максимум. Вот это я подумаю. Базука. Подожди, торгу. Торг и Тидион. 3 заряда, 2 заряда. А ну-ка сравнить. Ну смотрите, там больше, лучше меткость, на один больше патрон. Перезарядка намного быстрее. Верный бум. Ой, это продам, нахер надо. Уверен, я скоро вновь тебя увижу.
Так, шоковый, да, шоковый. Поехали, рассматриваем локации пока что. Ясно. Изучай местность. На меня гуки нападают. Сраные гуки. Так, тоже закрыто. Так. Увидев такой сундук, я сразу пойду к сундуку. Блять. Еще дойди до сундука. Я не знаю, конечно, почему он зигует постоянно. Но все же. Ну что же, все? Этот проехал. Не, о, все. Манатин летит, просто летит. А вот и зверь, скваль. Бронированный, невероятно опасный. Береги хвоста, искатель. Так, что у вас? Что у вас здесь, ребята? Походу, ни хера. Так, карта. Шо. Погнали к монстру. Не, все-таки локация не очень такая же большая. Но она довольно обширная. Да, видите, типа... Эту ты хотя бы накинула, она будет постепенно всегда бить, пока враг не сдохнет. А там только одно попадание. Огонь вообще нужно впритык подъезжать. Окей. Не понимаю, как работает. Не понял. Еще раз, можно? Какие-то они слишком защитные. У меня вообще оружие почти никакой не пробивает их. Показалось? Показалось. Бить Эрмитажа. Ой, здравствуй. Автопушка к бою готова. Yeah.
То есть у них хвост, да, слабое место? Так, а патроны мне... О, здравствуй. Патроны, я вижу, они мне все равно тоже жестко съедают. Нужно Давайте попробуем хвост атаковать. Да, все-таки хвост у них слабое место. А если бы точнее, то хвостик. Кончик хвоста. Это мне довольно сильно поможет по инфе. Так, наверх. Так. Хорошо. Скорее всего, вот эта челюсть, это он и есть. Отлично. Давай, где ты там? Где ты там? Достойная смерть, чел. Так, вот против вот таких можно и с помощью взрывчатки. Эти... А, так они еще плюс создают, ё-моё. Бросаю гранату! Давай, давай, давай. Это я еще босса, как я понял, не призвал. Так, здоровяк, где ты? Ни хрена. А вот и турель. Я понял, приятель. Граната пошла. Бам. Бам. Бум. Бум. Отлично. Стойте. Вы что, просто на охоту приехали? Вас совсем нет? Не интересует, почему я командую этим дикарями? Сэр, с вами мы разберемся в свое время. Я обещал своему спутнику, что мы поведем выходные на... Так. Охоте. Что? Да ладно. Ну давайте же. Деритесь со мной. Ну пожалуйста. Искатель, похоже, это никакая не нога осталась у нас в покое. Прежде тебе податься на его уговоры, сразиться с ним. Сунурущийся, или кто в виде страны приготовил по рации, думаю, тебе нужно отправиться туда, взорвав зловещие планы. Накай. Отлично. Да, замечательно. То, что нужно, вы не пожалеете. Классно.
Так, ладно, пойдемте тогда туда. Я еще думал, что мне нужно еду тронуть, чтобы призвать его. Оказывается, нет. Не, какая-то лак... А, не, да, не знаю. Хилые, все равно хилые, слабые. О, поехали. Найдите деревню дикарей. О, солнце вышло, нихера себе. Я засек приготовленная позиция, ваши дикари наемницы проводят какой-то ритуалы. Слишком пени и все такое. Будьте начеку. Будь начеку, сейчас мы продадим все. Так, давай сразу это проясним. Да. Большинство моих товаров подобрано с трупов искателей приключений. 500 с чем-то, а ну-ка. Сейчас будем все это дело смотреть. Сейчас... О, как-то ярко все стало. Нет, это херовые дробовики. Здравствуй, Крет. Вы видите, типа, цветовая гамма как меняется? Опа. У меня есть то, что тебе нужно. Слабое оружие. Очень слабое. Так, мне нужно куда... Я хочу сказать пару слов. Дело в том, что между нами это большее счастье для меня. Вы с Джеком теперь сражаетесь со мной и словно... Ой, я такой еще крутой, как и красавчик Джек. О, я как во сне. Ну, короче, знаете, такой злодей, который хочет быть популярным. Это, понятное дело, мы ж герой все-таки. Сейчас мы это все... Когда Джек умер, что-то там... Мне некогда читать. Я просто бегу, чтобы меня не убили. Я бегу, чтобы меня не убили. Ай-яй-яй. Что это за... осторожно, сказали, если держать поклонника... Изи. Так, сразу все приготовим. Тебя не убили? Ну черт побери, почему они так? Потому что я пробежал. Убить божество дикарей. Привет, путни! Совсем не бог, который мы ожидали увидеть. Вот ведь незадача. Слуга! Кто тебе сказал, что я отдыхаю именно здесь? Я спрятался на термуте, потому что мне грозила опасность. Да, я знаю. Ближе меня у тебя никого нет. Но одного у тебя нужно просто посидеть, расслабиться и побыть объектом поклонения толпы, который мало захватывает на убитого. Что ты сказал? Железяка, что ты делаешь? Заткнись! А что? Я просто говорю, что если можно было умереть, так. Он ругается, взять его! Воу-воу-воу! Нифига, меня ж пролагало. О, меня спасли! Вы глупый соплеблок, кто несу вот откуда. Ой. Ну, значит, слышите? Упс. Еще раз спасите железяку. Железяк, это ты беги. Сейчас сделаем вот так.
А, так. Вы не такие ж. Ну видите, они типа нападают. Ну блин, мне все равно херов то, что я не могу пробить их. Типа у них шляпы не пробиваются. Типа, ладно, я понимаю, там щит бы их защищал, но маски. И главное, что всех защищает маски. Я вас понял. Чё за бред? Изи. Все или еще что-то? Плюс две гранаты. Вы что, бесконечные? О, вот это уже жесткие пошли. Это уже которые безбашенные. Это уже безбашенные пошли. Ладно, пойду тех убью. О, они что, уничтожили моего робота? Да, такое. Железяк, ты надоедаешь. Ладно, их можно просто крутить. Так, и сказать спасибо большое, убил чуваков, которые мне поклонились. Я так устал обеспечить появление любви и уважения. Значит, ты хочешь поменять профессора клонирования красавчика Джека? Я знаю, что делать. Давай поболтаем. Давай. Не, враги такие не очень, на самом деле. Увеличит максимальный уровень здоровья. 5К. Глава 2. Хей-хоу, на охоту мы идем. И скажи, прямо перед тем, как ты попал на тебя дикарей, тебе нужно уничтожить образное ДНК Джека и вывести из строя лабораторию. На Каями. Найдите вход в пещеру. Ах ты ж, ё-моё. Так, это все тоже на продажу. Хотя, я вот смотрю... Максимальный уровень здоровья, но там... Началось к стихиям. Ну как бы меньше, видите, устойчивость так равно после прорыва, увеличим максимальный уровень здоровья. Не знаю, не знаю. Ну там быстрее наполняется. Хотя ладно, давайте. Хотя окей. О, так, задание появилось. Сейчас бы я убежал. Ни хрена себе. С
Слуга, слуга, передача только что принял сигнал еще одного железяки. Возможно, я не последний в своем роде. Найди его. Что еще? Запах победы. Какой-то путешественник как пометил все свои рощи, как свою территорию. Обменял тебя, конечно, нет, если самоуверенный. И я ненавижу. Конечно, людоеды. Те, кто мой сейчас на вещи, заплачу тебе, если ты подтвердишь мое могущество. Накаямара. Слуха, узнай своего врага, если хочешь победить профессора Накаямара, то тебя значит пора в него все, что так не потерпел. Свои аудитории, найди их. Аудиозаписи, хайхо, охотник. Дело. Так, убитом раке. Эй! Что вы с Хаммерлом, корольчик, без меня, да? Потому что поручаю тебе убивать разор... Короче, пускай болтает. Так, украсть ракету. Давайте смотреть теперь по карте. Хорошо. Кайхо. Недалеко. Накаямара. Сейчас возьмем это. Запах победы. Туда тоже можно сходить. Так, Накаямара. Сейчас я сюда схожу, посмотрю, что здесь. Отсюда мы спрыгнем просто. Так, мне нужно будет купить патрон для дробовика. А что мне нужно будет сделать еще? Вот что мне еще нужно будет сделать. О боже, мы сегодня со мной говорил красавчик Джек. Не пол. Так, подожди. Так, мне нужно хей-хоу. Такая мудрая, такая красотка, я не понимаю, его именно сказал, кажется, угожу, задумал меня, если я порисую на него. Глазета, ну, я самый счастливый человек в мире. Так, все. Чё? А, выход с карты вы имеете в виду, мне нужно этот. Так, скорпион. Вот я пробегу, может. Туда тоже есть проход. Ни хрена себе, железяка. Ни хрена себе. Железяка-уничтожитель. Не еще где-то тут и спрятано, оказывается. Ладно, сейчас мы, короче, пробежим. Скорпионы не такие жесткие. Как они кажутся. У меня плюс сопротивление, видите? В данный момент на кислоту сопротивление. Опа, а вот это уже плохо. Нормально, сейчас пробежим все. Нихуя не страшно. Ноль страшно. Ноль, ноль, зеро, зеро, зеро. А, там нет прохода, все окей.
Так, Ардентанская электростанция. А, у меня... Нихера себе. Так, урон стихийный, урон, шанс. Максимум. Урон, шанс, урон. Меньше неотдачи. Так, я смотрю, тут еще одна огромная локация. Эй, хой, на охоту идем. Добраться до Артландской станции. Ладно, давайте, короче, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем... Ты в лаборатории на камне. Супер, теперь ты найдешь образцы ДНК красавчика Джека и уничтожишь их. Давайте поэтому на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.